Привет, друзья! Сегодня мы с вами будем ловить кальмаров. В Средиземном море, провинция Барселоны, у побережья города Виланова и Ла-Жель-Тру. Будем испытывать кальмарницы или пахаритос, как и здесь называют в Испании, фирмы Мистер Мусурок. Я из них составил вот такую гирляндочку. И вот у нас уже кто-то клюнул. Проверим. Судя по сопротивлению и по весу, похоже, это небольшой кальмар. Спокойно вываживаем нашего кальмара с глубины 25 метров. А вот и он. Первый испанский кальмар. На кальмарницу фирмы Мистер Мусурок. Сейчас, подожди, родной, подсаку возьму. Опа. Опа. Вот так вот. Красавчик переливается на солнце.